Не позавидуешь жильцам 16-го дома по 10-му проезду. Их пятиэтажка 54-го года постройки за все время эксплуатации капитально не ремонтировалась ни разу. В результате в негодность пришла кровля, и почти одновременно с ней от влаги начал рушиться фасад. Повалился все кирпичи, повалился весь это... Вся стена промерзает, течет, по углу течет. Просим, в прошлом году я приводила начальника-то, говорю, посмотрите, чего у нас. Он, мы сделаем в июне месяце, как сейчас помню, сделаем летом. Лето такое было замечательное, ничего не сделали, и опять вот. На самом деле, сами собственники квартир повлияли на то, что ремонт застопорился. На 2018 год был назначен капремонт кровли. Но жильцы посчитали, что стены в худшем состоянии и заменили вид работ, не подумав, что состояние фасада вследствие многочисленных протечек сверху. В настоящее время ремонтировать фасад нецелесообразно. Нас об этом уведомила подрядная организация, с которой заключен договор. Пока не будет решен вопрос с проблемой протечек с крыши, и кроме того имеется проблема угрозы безопасности, здоровью, жизни людей, проживающих в некоторых квартирах, то есть кирпичная кладка разрушается, перемычки вываливаются и так далее. Пока вот эти проблемы не будут устранены, решены, капитальный ремонт фасада производить невозможно, нецелесообразно. В итоге сложилась непростая ситуация. С одной стороны, рушится уже не только фасад, а несущая стена, что грозит обрушением и может представлять опасность для самих жильцов и пешеходов. С другой, восстанавливать ее без ремонта крыши – деньги на ветер. Кроме того, возможно, на время ремонта жильцов опасного дома придется расселять. Но они категорически против временного переезда. На сегодняшний момент комиссии в лице администрации города Иваново, фонда капитального ремонта, подрядной организации и управляющей компании было принято решение об обращении и решении данного вопроса на комиссии по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы провести обследование несущих конструкций жилого дома и принятие решения о проведении капитального ремонта и кровли, и несущей конструкции стены. Судьбу дома КЧС решит совсем скоро. Пока единственный выход провести одновременный ремонт крыши и несущей стены – часть работ оплатить из фонда капитального ремонта, а часть – из средств управляющей компании. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.